Я тебя понял. Лови аптечку. Я еще пьяный на корабль вернусь, я тебе говорю. Нет, ты что, ты мне аптечку скинешь? Я пьяный на корабль собираюсь вернуть. Ты что, аптечку пытаешься мне скинуть? Ты дурак, блядь. А может ты? Так, мне надоел мой ледяной скин, время переодевашек. Итак, какой я буду сегодня? Евгений, давай число от одного от... Сейчас, подожди. Нет, подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. От 1 до 35. 5. А? 5. А, лазурит. Че? Да. Блядь, Жень, можно я не буду на 5-м? 5. Я не хочу. Look at this big boy. Тот момент, когда ты сожрал Флеймхарт. Иди купайся. Ладно. Да не ты! О, остров мыла, остров мыла, остров мыла. Это чё, гавань воров нашли? Неправильно. Остров мыла, остров мыла, жопу можно им помылить. Остров мыла, остров мыла, остров мыла. Только не догибайся на этом острове за мылом. Мыльный остров, жопу мыть на нём тут просто, жопу мыть на нём тут просто мыльный остров. Ты сама. Что? What the fuck is that? Ой, какого хрена? Вчера у нас два пепельника подряд, сегодня у нас кракен появился. Чё за хрень? Помогите. Да, и ты потом такой сидишь, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Саня, какой кринж, хватит. Отвали. Братан, это ещё не кринж. Мне стыдно за тебя. В смысле, что тебе стыдно, блять? Ты кринжатину воняешь. Скажи спасибо, что мы вдвоем. Так что об этом знает только ты, я и он. Кто он? Ринкельс. Откуда у нас тут создатель Madness Combat, объяснимый? Мы уже столько раз упоминаем, что он уже, блядь, знает, что это мы. О, зацени руку. Плыви. Поплыл. Не поплыву, все, я сел. Пока. Да пошел ты. Я ее даже толкнуть не могу. Я тоже не могу ее толкнуть. Почему не могу ее толкнуть? Ну и че ты ее толкнул, блядь? Не, ты своим пузом ее толкнул. Охренел? Плыви давай, блядь. Ну и поплыву, ну и все. Вот и все. Наши пути здесь разделяются. Ну вот и все. Что? Нет. Наши пути здесь не разделяются. Это ты так думаешь. Сразу видно, человек не умный, он ведь мог просто забрать скромный дар. А, давай, да, блядь, подплывай уже, блядь. Дядя. Не надо! Дядя, не надо! Дядя, не надо! Я сейчас, блядь, догоню тебя, блядь! И уебошу, блядь! У меня, блядь, корабль, у тебя, блядь, шлюшка, ой, шлюпка! Иди сюда, блядь! Вернись нахер, блядь! Бомбец, блядь, заряжен, блядь! И готов к действию. Я расхуярю эту шлюпку, блять, нахуй. Мама, косой. Вот ты, блять. Ко мне кега выпала, ко мне кега выпала. У меня собаки нет, чтоб в нее кинуть. А, нет. Шлюпка утонула. Да это... Где? Не достать свой никому!
женщина, не купайся! Иду! Ты женщина, блядь. А, ты уж купаться пошла, че? Ну куда? Да, сесть! Сука, да, блядь! Вот ты, дурачок! Я, блядь, считаю до 85, если ты не возвращаешь дар, блядь, я топлю этот корабль нахуй. Ведром! Да не, серьезно, хорош, блядь, ведро нахуй, да, блядь. Да плыву. Че порвать уже нельзя. Ой, хоть ёпта. Вот это вылетела пушка. Это что такое? А, ну и дядя Флома, да. Не, знаешь, такое чувство, как будто он просто, как дед пьяный, свалился в подвал, нашел там бочки с ромом, начал бухать, и такой, тест на личность, а для меня сегодня в запое. И так несколько лет там провалялся. А потом такой, блядь, бухло закончилось, пойду искать бухло. Братан. Такой, о нет, Флеймгард вернулся, он даст нам всем пизды, мужики, где ваше бухло? Они такие, гаси его, блядь, бля, мужики, ну бухло. Пепельный лорд — это его собутыльники, короче. Они просто когда-то отправились за бухлом и не вернулись. Старались над этим 3 года. Типа, вот, например, Афины, да? Ну да. О, 3000 мне дали. А, точно, за спуск флага. Ладненько, давай туда. Все, давай.